Она заглавлена. Давай, удиви меня! Мы теряем время. Смерть на пороге. Кому навешать? Когда надела? Разумно. Давай, удиви меня! Вооружен и опасен! Выкладывай! Уйди! Что происходит? Что стряслось? База атакована. Вас понял. Кого подлатать? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Продолжать добычу минералов. Да, да.
Что стряслось? Кому наверх? Смерть на пороге! Кто на новенького? Давай, удиви меня! Вас понял! Брось с дороги! Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге! Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Кому навешать? Смерть на пороге! Месторождение минералов выработано. А! Чего пугаешь? Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге! Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге! Месторождение минералов выработано. Ага. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Что стряслось? Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Вооружен и опасен! Доктора вызывали? Приказы будут? Так точно! Круто!
Приказ получен. Вас понял. Отлично. Доктора вызывали? База атакована. Доктора вызывали? Отлично! База атакована. Высылайте мешки для трупов. Вызывали? Задавим их интеллектом! Доктора вызывали? Я уже заждался. Удиви меня! Как скажешь! Чего пугаешь? За твой счет! Выкладывай. Да. База атакована. Приказы будут? Разведка! Почему бы и нет? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Небесная! Не вешай нож, головорезы! Чего тебе? Чего пугаешь? Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Ну да, конечно. Кого подлатать? Как скажешь.
сдался. Все понятно. Конечно! Собрали половину минералов. Отлично! Жизнь головореза коротка. Еще бы! Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Добычу минералов. Выполняю. Все понятно.
Огоньку. Отлично! Окей! Вас понял! Еще немного, мистер Рейнер. 2-3 захода и готово. Что стряслось? Молодцы, ребята. Отличная работа. А теперь сваливаем из этой адской бани. Уже управиться? А ты шустрый, мистер Рейнер. Думаю, нам еще будет что обсудить. Отлично сработано, сэр. Благодаря этой операции на Редстоуне мы вылезли из долговой ямы. Почему Тош на борту? Он хотел поговорить с вами лично, сэр. О том, чтобы вести дела вместе. Ты собираешь о нем данные? Конечно. Никакой он не пират. Ходят слухи, что он беглый призрак. И до тех пор, пока не сбежал, был одним из лучших наемных убийц Доминиона. Теперь Менгск ненавидит его так же, как и вас. Парень начинает мне нравиться. Но все равно лучше за ним присматривать. Да, сэр.
Донни Вермиллион, UNN, ваш первый, единственный и последний оплот правды. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвелл приоткроет завесу тайны над войной между отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной находится главный доминионской программы. Насколько нам известно, вы и ваши ведете за группой. Расскажите об этом подробнее. Кейт, некоторые данные я раскрыть не могу, но в целом ситуация такова. Они уйдут от... Их произойдет от... Я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно. Ведь служба безопасности всегда стоит на страже их покоя. С вами был Донни Вермиллион, специально для UNN. Слышал о парне по имени Габриэль Тош? Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения. А потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо востро. Зазеваешься и привет. На тот свет. Я уже сталкивался с беглыми призраками. Главное, чтобы они не работали на Менгска. Из чистого любопытства я провела исследование минералов с Редстоуна. Думаю, вам будет интересно узнать, что я нашла следы Джория, редкого минерала с уникальными свойствами. Я весь внимание, док. О каких свойствах речь? Джори резонирует на частоте определенных мозговых волн. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джори? Последнее время по кораблю ходят тревожные слухи о необъяснимых шумах, странных видениях, голосах тьмы. Поговаривают, что артефакты прокляты. Суеверная чушь. Артефакты абсолютно нейтральны и к тому же надежно экранированы. Есть остаточная радиация, но не думаю, что она может повлиять на происходящее на корабле. Да поможет нам Бог, если мы столкнулись с технологией, которую наши примитивные обезьяньи мозги не способны понять. Присматривайте за этими артефактами, док.
Старею. Силы уже не те. Теперь у нас на корабле еще и пираты. Качинский, произведи опись ценного имущества. Всегда готовы помочь. За хорошие деньги. Наверное, хотите поговорить с нашим гостем. Возможно, у вас даже есть желание попросить его с мостика. Вот и наш бравый командир. А мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, Тош? Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире. Как раз для нас с тобой. Интересует? Может быть. Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже.
Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов Старсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. Джим, Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей, и на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь, пока не поздно. Протосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют «дыханием жизни». Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню, но, по крайней мере, попытаются. Не думал, что когда-нибудь вернусь на это кладбище. Рассказывай, Мэтт. Доминионцы восстановили энергоснабжение на старой железной дороге. Они явно что-то ищут в развалинах. Все найденные на раскопках ресурсы и металлолом грузят в составы и отвозят на центральную перерабатывающую станцию. По нашим данным, сегодня туда должны доставить некую очень ценную находку. Она в одном из этих составов. Но, к сожалению, поезда защищены от сканирования, поэтому не могу сказать, в каком именно. Придется перехватывать все, какие сможем, и надеяться на удачу. Надеяться на удачу? Это не похоже на старину Мэтта Хорнера. Если у вас есть более надежный план, я готов выслушать. Поздно, Мэтт. Я уже весь в предвкушении. Ну что, айда грабить поезда? Старина Тайкус будет на седьмом небе от счастья. Я заметил в холмах несколько машин Конфедерации. Похоже, солдаты Доминиона еще не прибрали их к рукам. Да это же аспиды! Я думал, их разработку свернули. На них должны стоять электромагнитные пушки. Они любой поезд разнесут. Загружу их чертежи в базу данных арсенала. Осмотрите окрестности, сэр. Там могут быть и другие машины. ХСМ готов! Победа наша! Отлично. ХСМ готов. Есть работенка. А? Чего пугаешь? Говори. ХСМ готов. Выдвигаюсь. С удовольствием. Коварно. ХСМ готов. Конечно. Вот это мне нравится. Выдвигаюсь.
Конечно. ТСМ готов. Я готов. ТСМ готов. Кого подлатать? Поезд выходит из северо-западного туннеля. Понял. Пристройка завершена. Коварный. СМ готов. Отлично. СМ готов. Победа наша. Отличная работа, сэр. Найденные в поездах ресурсы мы можем использовать для экипировки и обучения войск. Вот это мне нравится. Что стряслось? А! Выкладывай! А? Есть. ТСМ готов. ТСМ готов. Ну да, конечно. Что происходит? Задело? ТСМ готов. ТСМ готов. Требуются дополнительные хранилища. Поезд выходит из западного туннеля. Смотри-ка, Джимми. Ха-ха. Теперь они отправляют поезда с сопровождением. Сейчас рванем! В кого стрелять? Победа наша! Доктора вызывали? Конечно! Thank you.
доктора вызывали? Конечно. Каков наш план? Доктора вызывали? Говори. Коварно. СМ готов. Кого подлатать? Требуются дополнительные хранилища. Командир, по каналам связи Доминиона идет оживленный обмен данными. Скорее всего, они планируют атаковать нашу базу. Будьте готовы. А! Чего пугаешь? Высылайте подмогу! Что у тебя на уме? С удовольствием! Из южного тоннеля. Что стряслось? Будет сделано. Доктора вызывали? Жду. Конечно. СМ готов. Выдвигаюсь. Доминионцы строят бункеры для защиты путей. Будьте осторожны. Улучшение завершено. СМ готов. Я готов. СМ готов. Что происходит? Вытащите меня отсюда. Отлично. Вот это мне нравится. Из западного туннеля. Победа наша!
Отлично. Конечно. Выдвигайся. Вот это мне нравится. Выдвигаюсь. Коварно. Отлично. Победа наша. Улучшение завершено. Конечно. Коварно. Веспеновый гейзер иссяк. Есть работенка. Есть? А! Чего пугаешь? Что происходит? Что стряслось? Жду. Победа наша. Вот это мне нравится. В кого стрелять? СМ готов. Кому перерезать голову? Поезд выходит из северо-западного туннеля. СМ готов. Есть работенка. Смерть на пороге. Что происходит? В кого стрелять? Понял. А что? Отлично. Победа наша. Коварно. Выдвигаясь. Вот это мне нравится. Смерть на пороге. С удовольствием. Выдвигаясь. Стрелять. Победа наша. Коварно. Я готов. Что у тебя на уме? А что? Сэр, железнодорожные пути теперь патрулируют отряды Доминиона. Вижу крупные группы мародеров. Я отмечу их местоположение красными маяками. Постарайтесь не связываться с этими парнями. Победа наша! Выдвигаюсь. В кого стрелять? Смерть на пороге.
деньги. Коварно. С удовольствием. Отлично. Ложись! Вытащите меня отсюда. Поезд выходит из западного туннеля. Доминионцы увеличили скорость поездов. Но от аспидов им не уйти. А что? Конечно. Выдвигаюсь. Сейчас рванет! С удовольствием! Отлично! Коварно! Что у тебя на уме? Я готов. Кого стрелять? Говори! Победа наша! Ложись! Выдвигаюсь. Жду. Месторождение минералов выработано. Нас тут выносят! Как скажешь. Каков наш план? Вижу все по-взрослому. В кого стрелять? Вот это мне нравится. Время действовать. Вытащите меня отсюда. Каков наш план? Выдвигаюсь. Игра приостановлена.